Звоню ему с утра, говорю, выходи. Он, какого хера, я еще даже не проснулся. И куда мы едем? Я тебе предлагаю с двух попыток угадать. Мы едем обклеивать бойсмат? Нет, мы едем ставить акустику на бобер. Ну я же говорил с автозвуком, они рекомендуют конторы, которым я, ну, понял, типа, все нужно на драйв-двору спросить у ребят, где поставить звук. Кстати, Дима там только все. Ничего не имею против. И Диме качественно хорошо поставили, но мне хочется, чтобы это было сделано именно круто, потому что посмотрите на эту дверь. Закрой дверь, да? Там вообще некуда ставить колонки. И я созвонился с ребятами из Аверс-центра, потому что я видел их работы. Uh-huh. И тот синий кубик, помнишь, который не синий, белый кубик с синим салоном? Да, да. Uh-huh. Тоже они делали, я посмотрел на качество их работ и понял, что надо делать действительно хорошо, а не так, как было раньше все сделано в Бобре. Здесь недалеко, они на Харьковской находятся, на Вербицкого. Сейчас проконсультируемся, посмотрим, что, как, куда. Фактически как Шерлок Холмс. Так, нас встретил человек. Говорит, что надо подождать, пока придет менеджер. И мы поднимемся наверх, выпьем кофе. И выпьем кофе. Следующий уровень будет вот. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Сергей. Всем привет. 21-я Волга, правильно? Мой папа, кстати, такую до вот этого вот монстра сделал. По Парижу, да. И она своим ходом уехала в Париж. Здесь по салону перетяжка, шумоизоляция и так далее. Здесь у нас тоже, да. Мне нравится вот эта вот табличка. Что, если не выполните? Штрафы. О, зацени. Вот это стиль. А здесь никакой реконструкции, только салон? Здесь только салон, да. Но он прям в отличном состоянии. Это самое популярное, да, ваше направление? Ну, одно из основных, то есть он пользуется популярностью. Малярный цех, то есть по покраске и так далее. Здесь тоже несколько проектов. Я даже боюсь общаться на тему покраски своего автомобиля. Вы СТО полного комплекса, да? Да. Или вы не лезете в двигатель масла там? Есть у нас еще СТО тоже от Аверс-центра, как отдельное. А здесь что, скажите, делается? А здесь покраска и нанесение графики. Ну хорошо, давайте меняться, я пока на белом покатаюсь, так и быть. Пап, смотри, вот так делают правильно. А сейчас мы пойдем на улицу и увидим, как ты сделал неправильно. Как делают как по делал. Любви. А катафалки можете делать? Пока не занимались, но в принципе можно что-то придумать, я думаю. Многие из клиентов желают установить себе кофемашину или PlayStation, например, здесь также. Здесь находится, устанавливается экран, также динамики. Вот конкретно в этом проекте будем ставить потолок от Maybach, центральную консоль для управления и так далее. А сколько максимальное количество экранов в один автомобиль вы ставите? Экранов? Около 6 где-то. Экзибит стайл. Да, я реально не знаю, зачем 6 экранов человеку? Вот один очень интересный проект, кстати, летом приезжал кабриолет BMW. Владелец захотел убрать задний диван, установить одно кресло для себя, он едет с водителем на кабриолете. И переднее пассажирское демонтировал и поставил бар. Молодец. Вы не слышали про китайский Rolls-Royce на одного пассажира? На одного, нет. Да. Как-то вот не стал. Джили, по-моему, или Бид делает. Для одного пассажира. Да, довольно-таки интересный проект. Так, хорошо, теперь давайте вернемся к моему проекту. И открывается. Это то, что у нас есть. Ну, кроме чемодана. Я полагаю, что голова, магнитофон, усилитель, колонки. Хочется это все уместить. Я вас потом научу, как от этого избавляться. Все? Интересуют сроки? Сроки, я думаю, сколько? 2 недели.
дали точилу, ребята пообещали за 7 дней справиться. Кстати, года 2 назад я пропагандировал такую штуку, что я как будто депутат. И у меня была очень мощная предвыборная кампания. Слоган, кстати, мало кто знает, что я состою в политической партии до сих пор. Да ладно. Да, мне звонят, говорят: Андрей, вы будете на съезде партии? Я всегда говорю: я сейчас за границей. У меня партбилет еще даже в Hyundai лежит. Андрей очень сильно переживает, что в Анкаре он сорвется на меня и задушит ночью. Потому что, скорее всего, я буду жить именно с Андреем, Никита будет жить с Тимой, Ваня будет жить с Игорем. Мы летим шестером. Да ладно, все будет нормально. И да, я виделся с Таней, когда она прилетела. Мы сидели с ней, с ее подружкой Сабиной в Милке. Сабина записала видео, отослала Тане, Таня его запостила. Саша там такую панику начал поднимать просто, и напоил. Мистер Пеленгатор, поиски, слежка и все тому подобное. Может, Таню с собой возьмем в Турцию? Нет. Чего? У нас чисто мужской движ. Ну, чувак, для того, чтобы был чисто мужской движ, ты должен быть мужиком. Что? Где такси? Тихо! А ну, давай наяривай, гитара семиструнная. Блин, кто эта песня? Любе. А ну налей, эй, не жалей! Похмелье штука тонкая! Будто я египтянин. И со мной... А ну давай наяривай! Гитара... А ну давай наяривай. А ну давай, давай наяривай. Не гони, на европейских номерах? Да, больше в Европе. И он уехал. Он меня не пускал. Здрасте. Да блин. Пожалуйся подписчикам. Да что жаловаться на тебя, они и так все видят. Какой ты дэн, сука. Тихо! Заткнись, блядь! Ваня сел покататься, выкатываем Игорька. Поехали, может, на могилу к кошке? Поехали. Когда там 8 дней? 9. У котов 8. 9 жизней, 8 дней. Вискас поставишь? Поехали сейчас, если хотите. Там мы не были так с ней близки. Сейчас, ну не такая, как это, она мне чуть-чуть... Ты так сидишь, да, наверное, лежишь на ней вообще? Ну, я типа отдыхаю, да. Ага. Приехал к врачу. Смотрите, видите, я в корсете. Мне врач не помог, сказал, что нельзя вправлять позвоночник и нельзя убирать мышечный спазм, поэтому я приехал в центр и увиделся с Денисом. Что по поводу нашего розыгрыша? Я ему отвечаю, что хер, что мы там будем разыгрывать, потому что просмотры на канале упали и нет смысла разыгрывать среди 20, 30, 40, 50 тысяч. Ладно, давайте серьезно. А где Никитос? А что, нет, его не будет? А ты что, не с ним? Вы спросите, что мы делаем здесь? Мы пришли проведать кошку Игоря. Среди людей она закопана. Я с мотоцикла понял, что в таком положении я могу сидеть, мне не болит, не тревожит спина. Оно трогает потолками. Первый автомобиль был, за которым я ездил и попал в ДТП, была АК. Жестко старая, кто знает, тот шарит. Я думаю, что если научиться на таком дерьме ездить, то на адекватном мотоцикле ты будешь просто летать. А где тормоз здесь? Закончили занятия, завозим мотоциклы. Погодка подушатанная сегодня, прохладненько, но это не останавливает нас от... Быть Олегом. Обучение. Что, дебил, учитель Олег зовут, а ты орёшь быть Олегом. Мне вправили с утра спинку, все должно быть айс, лойс. Ставим лойс за ортопеда. Кстати, в Киеве сегодня убили твоих людей. Давай еще политические обзоры пиши. А буду писать. Три неудачника. Может, сегодня погоняемся? Ну, были мысли, хоть кто-то. Только у меня одноместный мотик будет, я это не продумал. Oh,
Ахай, ухай, это Иван Гай. Не смешно, да? Привет, подписчик. Здорово, подписчик. Это Лиза. Она еще после Нового года в январе выиграла фотодень от фоторума Bio My Look. И как бы вот, наконец-то увидели. Сейчас я ей вручу торжественно подарок. Держи. Спасибо. Это твое. Фоткайся на здоровье. Будут у тебя самые лучшие фотографии в мире. Осталось еще мейбук отослать девочке, которая мне уже месяца три пишет свой адрес. Честно, никак не дойду до новой почты, вот клянусь. Чем ты недовольна? Ну что, я тебя ждала. Ну хотя я раньше приехала. Ты меня ждала? Я приехал ровно я без знаю, одной минуты. Ну все равно ждала. Ну я спешила и приехала. Знаешь, что нельзя приходить позже и нельзя приходить раньше. Надо приходить вовремя. Ты продала камеру? Девочка Маша продает камеру мою. Не. Привет. А вы здесь что делаете? Мы домой идем. Не прогуливаете? Нет. Красавцы. Ну да, уже поздно. А мы здесь на мотоциклах занимаемся. Да? Ой, да. Круто. Сейчас привезут. Передаю всем привет, кто меня знает. Ух, сегодня холодно. Это как-то мне очень меня радует. Приехали, это шмотки Сабины, она в Турции, точнее в Египте, она попросила привезти эти вещи, чтобы их продали и помогли деткам. Никита проспал, Андрей проспал, все проспали. Помните Кристинку? Она теперь работает на Кураж Базар, она счастлива, и это самое главное. Теперь у нас нет девочек в команде, ну кроме Никиты. Я отдал Сабинины вещи Кристине. Она сидит там в Ишаке. Продает, и может я сфотографирую? Си. Недолго думая, мы с братом решили пожрать. Итого иного, два куриных шашлыка. У меня у брата чуть овощей и 500 гривен. Довольно-таки не кисло, я бы сказал. Вот он контент твоей мечты. Ты любишь смотреть, как я ем, какаю. Ссорюсь и все остальное. Охуенная камера. На. Все? Этого достаточно? Бери. Нет, снимай свой влог, все. Бери. Иди снимай. Жене расскажешь. Откуда синяк? Подрался с чуваком за антистресс. Да ну ладно, не они. Мамка, наверное, навешала. Да нет, с пацаном подрался с одноклассником. Как его зовут? Костя. Ты ему навешал? Не очень. Он мне вот губу разбил и в глаз. Блин. Ну ничего, ты держись. Да, хорошо. Скажи, что это все из-за сиськи. Да, это все из-за сиськи, из-за антистресса. Они его на землю типа кидали. То есть ты защитил честь своего антистресса, сиськи? Да, да, вот я это защитил. Ты красава. Да, вот это блин, мощно. Нормально. Ты на The Games едешь? Нет, это у меня дядя там работает, он подогнал мне кепочку. Классно. А вы привет, знаете, дядя. Что такое Конечно. The Games? Нас Никита тянет в этом году туда. Никита? Ты не знаешь, что это? Этого. Ребята, знакомьтесь, это Саша, выхожу из Милбара, он говорит, здравствуйте, можно сфотографироваться? И у Саши день рождения. Я вас очень с этим поздравляю, сколько вам, 15? 24. Ну, 24 еще нормально, все впереди, не то, что у меня или у некоторых. С днем рождения. Спасибо. Привет. Привет. Поедем ко мне домой. Поедем. Поедем, красивый. Красивый или красивая? Красивый. Определили. Забирать бобер, наконец-то, с акустикой человеческой. Ребята написали, что было тяжело, но они справились. Сразу хочу ответить вам, что второе, пусть говорят, будет... В смысле, может быть... будет? Было уже, блин, что-то? Не было.
Ну, после этого... Не было. Должно быть прямо сейчас. Не было. Будет где-то через пару дней. А это когда будет? А это будет, скорее всего, сегодня, завтра. Повторяю, можете глянуть то, что происходило во фризере у моего брата на канале, ссылочка будет снизу. Дальше все обсуждения будут на моем канале, Дируга дал показания. Инна Фисун свяжется с нами по скайпу и скажет, что к чему с ее точки зрения. Расскажи, что у тебя есть еще пару козырей. Нет, не-не-не-не. Козыря мы будем оставлять. Не, но есть, неопровержимые доказательства. Кстати, во втором видео, чтобы вы не рассказывали, что все без доказательств, только слова, я предоставлю скриншоты переписок и неопровержимые факты. Да, забыл сказать, что Никита вчера провтыкал свой телефон, нажрался просто в дерьмо. Давай, в связи с успехом первого выпуска. Это все вы можете посмотреть также в следующем влоге моего брата. Через один. Или через один. Звонит. Плотно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь, да. У него серьезный влог, ремонт машины, квартиры. Ремонт, тачки, татуировки. Он болтик там какой-то привез. А мы уже подъехали на Аверс забирать машину. Мой котик, вон он. Здрасте. Привет. Так, значит, мы установили акустику, вот и как говорили, в этом отверстии в двери, то есть получилось достаточно неплохо, то есть вот при закрытии водителю и также пассажиру не мешает. Да, я уже проверил, да. Действительно, ногам не мешает. Также дальше вот верхнюю полку использовали так, как говорили, в принципе, все получилось. Усилитель установили под сидушкой, по сабвуферу были вопросы, в принципе, встал без проблем. Как вы использовали ремень безопасности, интересно? Да, это... Супер, ну не отвалится? Нет, точно. Это главное. А пока камера не пишет. Мне кажется, что более чем отлично. Да, нам тоже так кажется. А есть возможность переговорить с вами по поводу покраски автомобиля? Либо улучшения вот такого состояния? Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей. Денис, очень приятно. Очень приятно. Смотрите, очень старый автомобиль. Наверное, 5 или 6 слоев разных красок. Все они не автомобильные. Нет. Поверхлаки, с баллончиками какие-то штуки. Уже, наверное, года 2 как думаем привести его в какое-то интересное состояние. Здесь при восстановлении такого автомобиля, я считаю, нужно подходить, скажем, в корне, в комплексе, начиная от металла. По панелям металлическим, кузовным видно, что не просто его там вскрывали какими-то лакокрасочными материалами. Здесь большой слой, скажем, подготовительных материалов, таких как шпатлевка, полностью разобрать автомобиль. Вот. От бескостовый, наверное, весь металл. И только после этого, наверное, станет понятно. Чтобы я понимал бюджет и целесообразность данной работы. Не знаю, 2-3 тысячи долларов, хоть примерно, есть какие-то? Я думаю, что это от 3,5 тысяч. Спасибо, было приятно с вами познакомиться. Вот, о сварочных работах сказать, ну ничего не могу, потому что визуально не видно, что под этим, скажем, тайным лакокрасочным покрытием находится. Сумма может... Посчитать можно, как отрезанное дерево, сколько лет машине. Да. Сумма покраски может скакануть, скажем, на 50%, вдвое. У меня есть вопрос. Так, сложно. Вот такую вот аэрографию сделать без дырочек на мотоцикле. Один в один размером, только цифра такая будет. 100 долларов. 100 долларов. Красочное покрытие, оно идеально, да, и способствует нанесению рисунка. Вот. Значит, стоимость аэрографии входит в нанесение рисунка непосредственно и вскрытие лака. А срок выполнения примерно? 4-5 дней. А заметит хозяин, если я у него этот воздушный фильтр сниму? Обязательно.
Стоило попробовать, да? Полировка кузова, полировка фар, зеркал, стекол. Делаете это? Значит, по поводу полировки, да, мы можем предоставлять услуги полной полировки. Ваш, вот вы говорите, воздух сверху поступает, вниз всасывается. А сколько машина сохнет с работы? Сохнет она в течение 2 часов. А, да? Да. Потом, 2 часа? Да, потом остывает, и она уже, скажем, может уже собираться. Покраска автомобиля занимает совсем непродолжительное время. Продолжительное время занимает ее подготовка каждой детали. Вот. Покраска занимает часа полтора, то есть нанесение 2-3 слоев лакокрасочного покрытия. Один человек, маляр, это все выполняет. И в последующем, между каждыми этапами 15-20 минут, и в последующем сразу нанесение лака. Ну, с учетом того, как вы сделали акустику, ну не вы конкретно, а компания, я понимаю, что и покрасить вы тоже качественно, и если это будет $4000, то оно будет стоить $4000. Абсолютно верно, да. У нас выполняются работы единожды, без рекламаций, потому что мы ценим, скажем, своих клиентов и свое, скажем, тоже рабочее время. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. По салону, может быть, что-нибудь заходите, у нас еще скидки сейчас на перетяжку потолка есть. Сколько? Вот потолок — это такая больная штука у него. Это нужно от человека. Человека, опять-таки, да? Менеджер, ну, скидочку. Хорошо. В случае 40% на потолок. На алькантару. На шумоизоляцию 20%. И еще много позиций по перетяжке, тоже много скидок сейчас. Сергей, а сможете уточнить, ну то есть машина уже здесь стояла, хочется на ней сейчас поехать покататься, с учетом того, что... По перетяжке. Да, просто уточните, прислать мне смс, сколько будет. Да, без проблем. Еще раз спасибо вам большое. Пожалуйста, приезжайте. Спасибо. Да, чтобы еще раз по-новому все повторить, между нами витает лед, пусть теперь нас никто не найдет, пробок не подождем, и сегодня мы только вдвоем. Между нами витает лед, пусть теперь нас никто не найдет, мы пробок не подождем, и сегодня мы только вдвоем. Как будто колыбель, я обниму тебя, чтобы не стало холодней, курточка моя так хорошо сидит на ней. И поднимаю глаза, как блики вымыть с тобой, это значит, что мы не будем спать, беру тебя и профессионально иду гулять. Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших юр. Я устраиваю рам, ты ставишь акримат. Доброе утро всем, только проснулся, и первое, что заметил, это уведомление от YouTube о том, что мое видео страйканули. Это по-любому либо Саша, либо Дима, больше некому. Эйр, моя партнерка, сейчас занимается этим вопросом. Надеюсь, что они это решат, а если не решат, то бог с ним. 300 тысяч человек увидели правду. Во втором видео будут доказательства, дождитесь его. Вчера до ночи катались на машине с Никитой, дал ему покататься. Сейчас буду воспитывать из него водителя, потому что я устаю возить ребят постоянно. Слушали музыку, башка гудит нереально, потому что очень громко слушали все время. Ребят, я действительно вам очень искренне советую Аверс Центр. Они меня удивили, конкретно удивили. Сделали акустику, я в восторге. Буду вести машину после возвращения из Турции на алькантаровую крышу. Очень круто, тем более, что сейчас там скидки 40% на крыше и 20% на перетягивание салонов. Никаких от Тружковского, от чего-либо еще. Просто приезжайте и делайте. Если вы любите свой автомобиль, так как люблю его я, так как любит мой брат, мой отец. Если вы просто любите свое транспортное средство, то я вам очень сильно рекомендую ехать именно в Аверс Центр. Я в восторге. Там стояла бюджетная машина Kia. Я думал, там только кубики, крутые тачки, ретро-автомобили. Нет. Очень-очень большой спектр услуг предоставляют. И очень... разношерстная публика приезжает туда чинить свои автомобили. Всем рекомендую. Информация про Аверс оставлю снизу, потому что на ближайшие 10 дней я не знаю, как буду с интернетом, а вы 100% будете спрашивать, где это находится. Сейчас собираюсь быстренько. Еду в ГАИ, мне там надо один вопрос закрыть перед отлетом. И я, Никита и Андрей улетаем в Турцию сегодня. Брат по рабочим вопросам прилетит к нам только 1 числа, он не успевает с нами лететь сейчас. На его канале будет видео с фризера. Я в полете и в самой Турции смонтирую второй «Пусть говорят», повырезаю там вещи, на которые могут страйкануть Саша и Дима, так чтобы вам было интересненько. Поэтому жду ваших лайков, репостов и комментариев. Всем добра, всем любви, обнял.